Добрый день, приветствую на YouTube-канале Владимир Стороженко. 15 ноября 2023 год. Вот котиков подобрали мы. Вот фортунку вот эту. Видите, фортунка вот эта вот. 30 октября 2023 года. А потом, какого там, 8 ноября, это 9 суток, кошка Муся прокусывала нас доброту, и только через 9 суток принесла вот за один день 5 котят сюда к нам на котельную. Смотрите, какие они потешные, какие они прикольные. И вот смотрите, исторический момент. 3 мальчика, 3 девочки. 5, они близнецы, вот такие, как кошка Муся, да, такие, тигрята такие, да. Смотрите, какие у них глазки умные. Смотрите, какие они классные. Вот, уже глазки переболели. Один быстренько профилактику всем сделали, бриллиантовые глазки капельками. Короче, суть видео, смотрите, 3 мальчика, 3 девочки. И вот один черненький с синенькими глазками. И вот сейчас Пантелеич принес тут с гостиницы, с кафе, покушать Муся покушала, и мясо осталось. И вот они, смотрите, сами кушают. Сами кушают. Сейчас я им дам мясные кусочки в соусе. Ну-ка, давайте. А остальные смотрят. Значит, получается, лидер самый сильный. Вот кошечка черненькая. Хотя вот в авангарде вот эта, которая с нами искусственница была, фортунка в авангарде. Ну-ка, давайте. Давайте я вам сейчас так сделаю, чтобы со всех сторон вам было классно. Давайте в серединку вот сюда поставим. Ну-ка, давай, налетай, бандосы. Давай. Я им 2 раза давал, но они не успевали. Кошка Муся прибегала и съедала. Сегодня Муся съела 3 на ваде. Потом там мяско ей дают, там шкурки обрезные на кафешке. Вот сейчас Пантелеич принес объедки. Вон, видите, только надо это, забрать вот эти кости. Это пусть они грызут, чтоб не подавились. Давайте, давайте, вот сюда идите. Вот сюда иди. Ну-ка, давай, показывай пример. Чтоб не подавились. Давай, все. Все, Вова тут порядок навел. Ну, а так кость вам не залезет. Ну, давай, налетай. Ну-ка, показывай. А то сидят. Черный ест. Спиной прикрылся. Ну-ка, давай, налетай. Налетай, подешевело. Ну-ка, черненький, покажи, как надо кушать. Покажи кушать. Пример, покажи, как надо кушать. Всегда надо показывать пример кому-то. Кто-то должен быть в авангарде. Ну-ка, давай. Молодцы. Ну, все, друзья. Можно раздавать котят. Так что, друзья, подарим из Уссурийска плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом, плюс 7 914 974 45 45 голосом. Владимир. YouTube-канал Владимир Стороженко. Там больше видосов про них. Ну, там не только про котят. Работать же надо. И тепло даем, сутки через сутки работаю, и в 3 сетевых компаниях работаю. В Ламбре работаю больше 21 года. В хорошие времена была группа 980 человек, 150 человек в первом уровне. Более 7 лет. Вот. По здоровью нам помогли БАДы компании Full-Life Research, исследования для жизни из молозива коров и яичных желтков. БАДы для компетентного иммунитета, уже двигаются они в 80 странах мира, более 20 лет по миру, признаны Минздравами этих стран. Реально помогают восстанавливать иммунитет, а иммунитет уже является панацеей. Сам побеждает вирусы, бактерии, грибы, онкологические клетки, поэтому хорошие результаты и при онкологии, и при сахарном диабете, и при эпилепсии, и при ДЦП, и при инсультах, инфарктах, и в спорте, и в фитнесе. Загуглите трансферфактор в спорте, там трансферфактор при онкологии, трансферфактор в педиатрии.
ну и так далее. Трансфер-фактор, и дальше ваш запрос. Дай Бог всем здоровья, дай Бог всем здоровья, дай Бог всем здоровья. Помогу приобрести в любом регионе, выведу на центры восстановления иммунитета. Более 21 года, lambre.ru, парфюмерия, косметика с Франции. Подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки. Вот, парфюмерия, косметика с Франции. И касса взаимопомощи Бифри. Это если нехватка денег в семье, клубная система, краудфандинг, семиместная интегральная неделящаяся матрица. Ну, люди зарабатывают деньги. Везде во всех этих компаниях меня нашли, я нашел наставников, которые зарабатывают. Но они помогли большому количеству людей, они начали раньше. У них вознаграждение от компании более 1 000 000 рублей в месяц. Да, такое бывает. Ну и расходы, конечно. Вот. Ну, сейчас интернет в помощь, сейчас на транспортные расходы меньше уходят финансов. Поэтому сейчас благодаря интернету можно это делать более эффективнее, более с прибылью. Друзья, надо пристроить котят в хорошие руки. Вот, распространите видео, позвоните мне плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Я вам перешлю 2 профессиональных ролика. Один на 1 минутку, другой на 2 минутки, где вот показаны мордашки этих чудесных котят. Вот видите, какие мордашки. Они классные. Вот они уже начинают сами кушать. Вот. К лоточку приучаем их. Коробку вот побольше поставили, они уже начинают здесь двигаться. Давай, уберет у вас тут мокрое. Утречком буду сдавать Андрею Валерьевичу смену. Перестелю вам здесь все, чтобы чистенько у вас было. Давай, чтобы запахов не было. Ну все, друзья, YouTube-канал Владимир Стороженко. Давайте котят пристроим в хорошие руки. Просто с прошлого помета я 6 котят забрал домой. Но это было летом, мы построили павильон дома. Тренажеры сделал из черного бархата. Это дерево такое в Красной книге есть. У него кора такая пробковая. Вот, сейчас выросли. Вот сейчас живут 2 кота у меня. Красавчик и фарт. Фартовый. Вот фарт, он такой вот, как вот этот черненький. Как черненький. А красавчик, он вот как вот эти все 5. Он на майкуна похож. Пушистый хвост, большая голова, большие глаза. Так что, друзья, котята будут огонь. Коты в дом, деньги в дом. Реально, у нас вот и финансовое положение улучшилось. Друзья, не пожалеете, возьмите котенка, подарим. Плюс 7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Помогай Бог.